Игорь, привет. Ребята отдохнули всего 2 недели, и уже завтра начнется интенсивная подготовка к сезону. Все игроки готовы к нагрузкам? Привет. Да, команда подошла в хорошем функциональном состоянии к медобследованию. Мы все знаем, что график российской премьер-лиги таков, что дни отдыха между окончанием чемпионата и началом подготовки небольшие. У команды было всего 2 недели паузы, из них 1 неделя. Ребята себя последнюю неделю готовили уже к нагрузкам и к медобследованию, поэтому пауза небольшая, но все ребята вышли отдохнувшие, готовы к тренировочному процессу. Будут ли проводиться дополнительные обследования по ходу сборов? Да, во время сборов у нас запланировано большое количество различных видов дополнительного обследования, включающих в себя и силовые дополнительные тесты, и функциональные скоростно-силовые тесты, а также дополнительные измерения биохимических параметров крови, которые будут вестись в регулярной основе. А как в целом оцениваешь сегодняшний медосмотр и состояние игроков? Оцениваю отличное состояние ребят. Они хорошо провели подготовительную вот эту вот неделю последнюю и вышли в хорошем эмоционально-физическом состоянии. Поэтому ждем позитивных, хороших результатов во время сборов.